Сегодня мы расскажем вам про автомобиль, который нам очень нравится. Volkswagen California. С виду она мало отличается от обычного короткобазного мультивена. Внешние отличия только в выдвижном тенте. Но самое интересное находится внутри. В салоне есть практически все для дальних поездок. Для поддержания нужной температуры в салоне в этой машине есть автономный отопитель и отдельный климат-контроль для задних пассажиров. Если вы проголодаетесь, то на помощь вам придет удобный раздвижной столик. Задний диван легко превращается в полноценную двухспальную кровать. Сзади довольно много различных ящиков, есть даже сейф. Также есть ящик для белья и отделение для различных мелочей. Но самое интересное находится сверху. В задней двери находятся два складных стула. А к складным стульям прилагается еще вот этот удобный столик. От проливного дождя и палящего солнца вам поможет вот этот выдвижной навес. Ходовым качеством это обычный мультивэн с двигателем 2.5 турбодизель, который везет машину довольно-таки неплохо. Единственное, для дальних поездок не хватает автомата. На этой машине установлена пневмоподвеска, которая имеет различные режимы, что позволяет проехать и по бездорожью, и в режиме спорт двигаться по трассе. Let's